камни на Оби уходят под воду три района города. Даже сейчас, в конце лета, уровень грунтовых вод в некоторых точках выше колен. В кулацком поселке в последние три года вода уходит лишь к Новому году. У жителей 330-го квартала, а также в районе Зеленого Клина, затоплены погреба, в огородах лужи. И в таких условиях живут больше 3000 человек. Начинает все портиться. Это вот в доме. Трескается над этим, а здесь вот все отсыревает, начинает. У нас огороды, как рисовые поля. По словам начальника отдела ГО ЧС Каменского района Сергея Умярова, в свое время при строительстве районов геодезические изыскания никто не провел. И теперь происходят обычные физические явления. Дома своим весом выдавливают воду из-под земли. Власти города периодически чистят дренажные системы в подтопляемых районах, но ситуация не меняется. Для капитальных работ в местном бюджете нет средств. Жители трех микрорайонов готовы вложить свои деньги, чтобы прочистить ключевые каналы. Но, по их словам, муниципалитет на такую инициативу не отвечает. Люди боятся, что пройдет еще пара лет, и их дома можно будет признать аварийными. Между тем, поясняют местные журналисты, 23 миллиона рублей, которые камень получит по программе «Комфортная городская среда», планируют направить не на спасение города, а на благоустройство зон отдыха.